Мы прошли долгий путь, друг мой. Через океаны, пустыни. Мы видели то, что сокрыто от глаз человеческих. В это сложно поверить. Конец близок. На землю наступают силы. Чаша Божьего терпения переполнена. Приближается судный день. Порожденные тьмой. Что за безумие? Это проклятие ада, посланное на нас черной ведьмой. Вы обвиняетесь в связях с дьяволом. Нет, постойте! Давай. Нет! Я Бэхман из Блейбрука. Твое имя – легенда. Ты должен доставить ведьму в аббатство Северак, где будут разрушены ее злые чары. Это она-то ведьма? Что-то не похоже. Я заберу девчонку, но если обвинение ложное, я не позволю отправить ее на костер. Ты не такой, как все. Ты правда думаешь, что я ведьма, Бэхман? Не позволяй себе обмануть. Она почувствует нашу слабость. И использует это против нас. Ты не боишься меня? Правда? Этой зимой. Они готовы к битве. Пусть встают в строй. Сойдутся полчища. Она обратит их друг против друга. Пришло время возмездия. Падут империи. Покончим с этим. И герой. Нам понадобится святая вода. Восстанет против тьмы. Николас Кейдж, Рон Перлман. Время ведьм. В январе.